Yeah.
Девчонки, вот здесь, вот здесь. Лицом к трибуне. Еще удочку. Можно сделать, чтобы сосерки там сюда попадут? Потом, выше. Девчонки, в одну шеренгу построить. Экипаж в шеренгу. Право, примите. Право, примите. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Удочку убери. Елена, Москва, налево. О! Девчонки, останьтесь на месте. Девочки, останьтесь. Девчонки, останьтесь на месте. Ребята, пошли, а девчонки останьтесь на месте. Так, девочки, направо. О! Поставьте, девчонки. Направо! Все, постояли здесь. Тяжелее управлять, чем автомобилем? Это две несравнимые вещи. Но могу сказать, что это не так сложно, как кажется. Физически это не тяжело. А как долго готовили? Проходили обучение по своим специальностям 2,5 месяца. Потом сдавали потом тренировались. Слушайте, ну может быть есть какой-то косметичка какая-нибудь? Серьезно, у вас амортизатор прямо в танке? Почему? У нашего танка есть имя. Какие-то недопонимания. Команда. А внутри ароматизатора, а с каким вкусом? С ароматизатором. Все, понял, спасибо большое, вы большая, молодец. Спасибо. Лейтенант Марина Пушкарева, должность наводчик-оператор, первый врач. Слушайте, мне, я не понимаю, вы когда прыгали вот со всей скоростью? Я сама врач. Я связана с армией, я старший лейтенант, Механик? Да, мы прошли обучение в учебном центре города Каброво. Ну, около 4 месяца. Потом у нас была подготовка уже непосредственно. Позвоните вашим мамам. Мамы здесь, они болеют за нас. Нет, тут остались самые лучшие. Вот мой экипаж. Механик-водитель, старший лейтенант Дарья Сиротенко, командир танка, лейтенант Анастасия Баранова. Наша маленькая дружная семья. Я очень горжусь моим экипажем, моим механиком, который без труда проходит все препятствия, моим наводчиком, который стреляет с точностью, с высокой. А как вы учились, девчонки? Сколько времени прошло? Как это было? Полина врач, кто еще? Марина. Мы учились по программе младших специалистов 3,5 месяца. То есть 3,5 месяца освоили все? Да. А за рулем обычной машины все сидят? Да. Да. Есть разница? Нет. А как мужья относятся к тому, что вы танкисты? Мужья танкисты. Мужья танкисты, поэтому... Гордятся нами. У всех танкисты? Да. Они нами гордятся. Они нас поддерживали все это время. Родители поддерживали. Естественно, поддержка семьи, сослуживцев. И все, только вперед. А вы как-то команда у вас называется как-то? Да, у нас есть название нашего танка. Называется он у нас ласково «Кабан». Кабан. Да. Да, он такой же свирепый и бесстрашный и мощный. Такой же непредсказуемый. А команда реальные кабаны, да? Да, реальные кабаны.
ты. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.